что? Хочешь наесться перед тем, как записывать? Да. Что мы делаем? Я смотрю, ты играешь. Я играю во что? В это. Качество графики красиво. Красиво. Дает за землю. О, что это такое? Я врезался? Да, я врезался. Что за звуки? В левом ухе какие-то. Тут можно что-то открыть? Все на высокое, я профессиональный, у меня полная батарея, а скоро будут и полные штаны. А граница карты есть? Проверяем игру на реализм. Граница карты есть, нереалистично. А что надо делать? Вот, кто такой Слендер, я примерно знаю. Сейчас, вроде как по истории этой игры, ты вроде бы или подружка одной тут героини. Ну, возможно. А-а. Здесь, короче, живет, вот, наверное, вот эта вот Кейт. Угу. И у нее пропал сын. А твой персонаж это вроде как женщина. Она приехала в гости к этой вот Кейт, чтобы ее, во-первых, успокоить, во-вторых, помочь в поисках сына. Ага. Но и та бесследно пропадает. И поэтому она еще вдобавок приехала, чтобы узнать, что с ней случилось. А тут интруха, типа. Ну, скажем так. Да. Кеннет, Ма, Томас, Михал, Кусь. А сверху что такое? Я могу ошибаться. А сверху на камере это что? Это зум. На F чему? У вас нет фонарика. На F фонарик. Понюхай машину. Машина не пахнет. Короче, можно бежать. Че, блин? Что? У меня в правом ухе кто-то ходит. Но я не вижу. Блин, как темно стало. Отвратительно. Мне сюда? Мы можем войти через гараж. Но сейчас, скорее всего, дверь будет закрыта, если дверь гаражная уже открыта. Ну, ты проверь двери, в принципе. А, нет, открыто. О, господи боже. Мне надо убежать от него просто или что? Вот я его увижу, что мне делать? Ну да. Вот дверь приоткрыта. Он будет за тобой идти, тебе надо будет от него спрятаться. А как мне прятаться? Я даже не вижу, где здесь прятаться ну, можно. Ну, убегать. Бот? Хоис? О, а вот и фонарик, кстати. Че это был? Это, короче... Камера будет вот так глючить, когда рядом будет Слендермен. И чем ближе он к тебе подходит, тем сильнее она будет глючить. Я понял. А, телефон не работает. О, какая детализированная текстура травы сквозь дом проходит. Надо прятаться, ты говоришь, а я не знаю, где прятаться, а если вот тут... Ну, как... Нет, ну, сейчас тебе нужно осмотреть дом. Это твоя главная задача, чтобы вообще понять, что здесь происходит. Она хотела бы жить на Манхэттене. О, один. Получается, мне надо наверх. Тоже здесь я все вроде потрогал. Угу. Знаешь, что я забыл? Я забыл закрыть дверь. Господи, какой отвратительный звук. А, где-то я еще слышала, что если ты будешь в окна смотреть, то ты его можешь увидеть. В каком из окон? Это непонятно. Ну, короче, посматривай в окошко, может, ты еще его и увидишь. Угу. А на него же нельзя смотреть, он же убьет. Это, наверное, знаешь, как он по какому принципу работает? Пока ты его видишь, он стоит и никуда не двигается. Ты уходишь с его поля зрения. Угу. Ну, то есть он уходит с твоего поля зрения. Он начинает двигаться. Ну вот я ухожу, допустим, с поля зрения, и чё? Он бежит сюда, и я его вижу на проходе, например, вот открывая дверь, и он тут стоит. И чё мне делать? Мне убегать-то некуда будет. Ну, вроде дома он не появится. Он может появиться из, ну, когда ты посмотришь на него из-за окна. Там, в принципе, ничего страшного. Ты мне так успокаиваешь. О, я еще ничего не делала. Ключи.
Я не знаю, зачем я все окна открыл. На всякий случай. Если что, выпрыгнуть можно было, чтобы... Ну, по логике осталась последняя комната. Самая дальняя, как обычно. Ну, мурашки уже идут. В лес. Ну, еще в окно, блядь, там телефон будет. Открыты ворота, кто-то кричал. Короче, надо идти туда. О, на качельке можно пойти. А, кстати, я в гараж не ходил. Тут, я так понимаю, ничего особенного. Как? Да вот. Ой. Нифига, тут еще целый этаж, ты чё? Целый этаж контента. Сейчас я что-нибудь пособираю. О, номер два. А, ну я тут был. Теперь в лес. О, даже у меня сейчас очко сжимается. Да? Ну смотри, ты уже 17 минут как играешь. Я 17 минут живу. А куда здесь прятаться, бежать, я не пойму. Вот он меня увидит, и чё? Смотри, твоя задача... Твоя задача будет собрать определенное количество записок. Ну, стандартная игра в Слендермена. Как только ты их собираешь, что-то там происходит. Значит, появляется Слендермен, ты от него убегаешь. И не пытаешься приблизиться к нему. Он вроде бы не двигается, ну, в плане он не ходит. У него персонаж статичный. Ну и, собственно, по вот этим вот глюкам, которые видны только на камере, ты можешь определять, насколько он близко к тебе. То есть, если глюки начинают уже становиться сильными, и помимо того, что глюки визуальные, они еще и звуковые, то он становится ближе. Ой, вон он, красавчик. Ой. Старый дом заброшенный, я иду в него. Он по-любому тут есть. Ты слышишь, дышит кто-то? Вон там. Блять! Пошел нахуй. Ты чего? Я не пойду туда. Ты видел 25-й кадр? Нет. Там изображение детей было. Фотка какая-то появилась, пропала резко. Я не хочу туда. Вон он стоит. Че хочется сказать? Надо, Федя, надо. Не пойду. Надо вывалить свою порцию кирпичей. Она не должна тебя сковывать. Я уже сходил в туалет. Мне почему-то кажется, что это обман. Что в этом доме я умру. Ой. Он пропал. Ты бы в дом в этот зашел. Во! Блин, ну я не хочу. Покажи себя, кто ты. Воин. Я очкошник. Настройся на позитивный дух. Да, конечно. А как пройти? Ну, видимо, где-то проход должен быть. А, вот я нашел. Ой. Что это такое? А увеличь камеру. Похож на ребенка какого-то зомби. Ну все, мы нашли ребенка. Ну ладно. А его тут нет. А, есть его. Здорово. А что у него с лицом, я не понимаю. Он урод. А увеличь. Он мертв внутри. Это Dead Inside-ик маленький. Ой, господи, какой отвратительный звук, когда ты заходишь в дом. Блин, а мне точно к нему надо? Ну, подойди, спроси, как дела? Привет, как дела? Ой, это, уеби ему по лбу за то, что он дом спалил. Давай. Ай, блядь! Придурок, блядь. Он ощупнул тебя за животик. Ага. Ковырнул анальную дырку. Массаж анальный. Тебе смешно, блин, мне не смешно.
Ага, ты падла черная, я видел, ты слева направо перебежал. Так, что тут делать? Неизвестно. Не, ну дальше идти, наверное. Ну, надо сейчас идти гулять. Вон там еще один дом интересный будет сейчас. Это каркуши. Ничего страшного. Если кто-то стоит, то к нему... Только к нему лучше не подходить, да? Что это за звук? Это за что такое? Он идет на запись, меня не слушала. Он был прав, он говорил, что это произойдет, помоги мне. Нужен КР. Он знает, как это остановить, найди меня. Не впускай его. А куда? А чё у меня весь экран черный? А, это все? Всё.